Загляни в лавку armageddon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет, вы на канале Вульфий Нитрич, и сегодня мы играем в Black Desert. Ссылочка на игру есть в описании к этому видео, там же есть ссылки на полезные модули для игры. Поговорим об обновлении 24 июля на русских серверах. Начнем с подарков. Особые награды за вход. Заходя в игру каждый день, получай набор героя, флейта, мираба, том войны, благословение Камасильвии, том ремесла и еще один набор героя каждый на 7 дней. Подарки выдают абсолютно бесплатно, и в игру нужно зайти в течение 7 дней с 24 июля по 14 августа. Это больше 2 недель, поэтому если один день какой-то пропускаешь, ничего страшного не случится. Награды начисляются только один раз на один аккаунт. В магазин ввели возможность купить ивентовые тренировки, бой и навыки со скидкой 90%. Если покупать у обычного тренера, то 1 час стоит 1 миллион. Каждый день можно купить по 10 штучек навыков и боя. Лимит обновляется в полночь. В магазин добавили очень интересный и выгодный набор. Называется он базовый, продается со скидкой 36%, если посчитать общую стоимость, и на выбор нам предлагают горничную на склад либо аукцион, 8 слотов инвентаря и 3 питомца. Собачка, кошка и пингвин. Это все питомцы из группы Classic. Также здесь лакомство для питомца, кровь Alien и 5 свитков удачи. До сих пор в продаже есть золотой мешочек и еще один набор престиж. Здесь на выбор 2 питомца, каждый из которых находится в лимитированной группе. Ежик — тот самый ежик, который удваивает собранный дроп. Медведь увеличивает скорость авторыбалки. Волки, нам добавляли их вместе с вводом лучника. Снеговичок, да, кусочек зимы в разгар лета. Снежный олененок и ворон. Группу Limited можно скрещивать между собой. Если у тебя вдруг лежит какой-нибудь медведь, которого ты не можешь прокачать, либо ежик, то можно подумать о покупке этого набора. Здесь также есть премиум набор на 15 дней, костюм, открыв который ты можешь получить на любой класс, вот Слава Садут, лакомство для питомца, 20 печати мастера, обрывки и 15 свитков удачи. Костюм Садут — это вот новый костюм, который ввели абсолютно для всех классов, кроме Шай. И, наконец-то, в этом костюме лучник выглядит как лучник, а не какая-то странная карикатура. Также добавили костюмы Морячка и Мореплаватель. Ввели скидку на лагерь скиталец. Для Шай добавили только очаровательный аксессуар на нос. Лейкопластырь. В данный момент продолжается ивент на пляже Термиан. О нем я рассказывала в прошлом видео. И давай теперь обсудим обновление. Нам подвезли летние тайны, такие же, как и в прошлом году. Нам обещали подарок жемчуг и много разных наград обещали тем, кто разгадает загадки первым. Тогда люди объединялись в группы, мониторили корейских стримеров, европейских, сами по игре бегали, на разных форумах обсуждали. И все это дело, естественно, потом выкладывали дальше в Steam. Я в прошлом году делала гайд по аналогии как с следами черного духа, также с картинками, с объяснением куда, что, где. Все это я вам в описании оставлю. Там у меня пока 5 летних тайн раскрыто, то есть найдено 5 эссенций. Сейчас я уже занимаюсь 7-й эссенцией, 6-ю я тогда прошла, но даже скриншотиков не наделала. Постараюсь где-нибудь тоже откопать информацию. В общем, все ссылки я оставляю в описании к видео. Также есть эти ссылки в Дискорде с респом боссов, в нашем Дискорде, в группе ВКонтакте. В общем, везде, где только можно, эти ссылки есть. Заходи в любой из социальных сетей и бери оттуда. Пользуйся, проходи. Сейчас эти тайны мы разгадываем исключительно ради того, чтобы получить один подарок алхимика за каждую из эссенций. В этих подарках находится 20 советов Валкса, по 10 камней заточек обычных на оружие и броню, 10 обрывков воспоминаний, по 3 штучки 16 кусков. И также за 2 этапа нам дают в подарок серьги Тунры. 31 июля в 16 по Москве, одновременно по всему миру, будет доступен еще один этап. Пока неизвестно ни название, ни условия, ни подсказок, ни награды. Просто сказали, что топ-10 игроков, которые быстрее всех завершат данный этап, получат особые награды. Ждем 31 июля, но я думаю, что там будут достойные награды, потому что тайны действительно сложные, и если ты посмотришь прохождение и захочешь вникнуть в загадки, там я рассказывала подсказки, какие нам Алустин дает, и к чему люди додумывались,
Иногда это просто за пределами моего понимания, как они вообще к этому пришли. Также в прошлом году, под конец ивента, они ввели дополнительные награды. Возможно, в этот раз сделают так же. И вот последнюю новую волну, новую эссенцию, можно будет найти только если ты пройдешь все предыдущие. А если ты в прошлом году какие-то эссенции нашел и сдал эти задания, то в этом тебе их делать уже не нужно. Продолжили нам ивент по уменьшению времени респа монстров до 14 августа. Добавили способ изготовления украшений Иллирии. Примерно год назад добавили нам в достижениях эту бижутерию за 61, 62, 63 и 64 левел. Колечко, нулевое кольцо Иллирии, по атаке равносильно третьему кольцу храма, то есть третьей золотой бижутерии. И в достижениях можно получить только одну, ну то есть ты одним из персонажей на аккаунте получил 61 левел и в достижениях выбираешь колечко. Сейчас же ввели возможность крафтить. Но скрафтить можно только, если у тебя это достижение получено. То есть, как в моем случае, у меня на аккаунте есть 62-го левела персонаж, значит, я могу скрафтить и кольцо, и серьгу. При этом пояс или ожерелье я скрафтить не могу, поскольку у меня нет ни 63-го, ни 64-го. Вот рецептура. Камни Иона — это итемы, которые мы получаем при расплавке золотой бижутерии, о том, как эти камни добываются, чего, как с ними мутить, где они еще нужны, я рассказывала в отдельном видео, вот подсказочка, перейди, посмотри. И сегодня добавили возможность эту бижутерию Иллирии затачивать. Чем она отличается от обычной бижутерии? Тем, что при неудаче бижутерия не разламывается полностью. Обычная бижутерия, ты берешь одну нулевую и вторую нулевую, если неудача, обе сгорают. Бижутерия Иллирии остается на месте. Она также прокачивается таким же, то есть если хочешь точить колечко, тебе нужно еще одно колечко, но в случае неудачи оба колечка остаются в сохранности. Но у первого, которое ты пытаешься заточить, снижается прочность на 10. В случае удачи правая исчезает, левая становится плюс 1 ранг. Прочность у колечка восстанавливаем либо таким же, ну что не очень разумно, либо камнями Иона. Вот нам привели список бижутерий, из которой можно получить камни Иона. Но расплавить можно только, если у тебя есть знание особый способ нагревания осы Дилы. Валенсия она там берется, в общем, я в видео по камням Иона все это рассказывала. При заточке ожерелье, серьги, кольца и пояс получают вот такие вот характеристики. И пятая бижутерия Иллирии равносильно четвертой золотой бижутерии, которую мы носим с тобой, ну, которую мы до этого точили, покупали и носили. Однако, если у тебя есть, например, третьи храмы, ты можешь по-быстренькому попытаться их продать, взамен сделать кольцо Иллирии. Примерно по себестоимости крафта, с нитро сегодня с перфекта прикинули, около 400 миллионов стоит крафт. Если смысл точить, нужно думать хорошенечко, поскольку на заточку, точно так же, как и на обычную бижутерию, нужны лаки. Уровень заточки сложно, процент заточки такой же, как и у золотой бижутерии. И еще есть момент, если ты точишь кольцо на 4, например, и оно фейлится, то колечко правое у тебя остается, но левое колечко растачивается на минус 1. То есть, например, у тебя на руках плюс 3 кольцо, ты его пытаешься сделать 4, неудача. Бах, у тебя плюс второе кольцо, у которого минус 10 прочности, но второе колечко осталось. Как-то так. То есть не такое-то простое и занятие. Сейчас уже с аукциона начали растворяться дешевые золотые бижульки, которые раньше никто не покупал, они лежали никому не нужны. И это, в принципе, хорошо, поскольку если посмотреть на те же кольца Ланарос, сколько их было, сейчас почти нету. Так же, как и защитника Руин. В общем, такая вот система, такая вот тема. Доработали систему достижений. Давно уже задаюсь вопросом, почему сразу этого не сделали, но если у тебя в достижениях есть однотипные награды, которые не требуют выбора награды, да, то есть вот как, например, у меня это мили. И вот на персонаже у меня, буквально на днях я собрала, было 80 накоплено мили, и мне приходилось 80 раз клацать мышкой, чтобы это принять. Теперь же можно одной кнопочкой это принять. Исключением являются награды, в которых каждый предмет занимает новый слот. На мобильном аукционе добавлена функция возврата определенного количества зарегистрированных на покупку или продажу товаров. То есть снимать не весь слот, не весь стак из 1000, а, например, там 200, 300, 500. Также доработали функционал темного насыщения. На Корее его добавили давненько, Frost Ninja уже даже снимал видосик, я в группе это дело опубликовала. Темное насыщение — это возможность разобрать вещь, точеную, на лаке. Вот я нашла старую табличку, старый скриншот. Как что распределяется, сколько лаков дается за какой предмет, и
Доработали так, что раньше ты темное насыщение, если у тебя на персонаже уже есть какие-то лаки, ты не мог использовать темное насыщение. Сейчас, если у тебя лаки есть, ты используешь темное насыщение, но оно работает не так, что ты, например, у тебя есть 30 лаков, за разбор вещи ты получаешь еще 40, и у тебя в итоге 70. Нет, есть вещь, и у нее есть свой максимум. Вот, например, доступно за вещь получить 40. Если у тебя уже есть 38 лаков, либо 39, то ты получишь только плюс 1, и в итоге у тебя на руках будет 40 лаков. Не больше, это не суммируется. Правки по классам. У Мистика изменили баф. Теперь два бафа работают одновременно. У Шай доработали скиллы. И даже написали, что урон от навыков при использовании фларанга в PvP был очень низким. И теперь это исправили. Может быть нанесен урон, повышающий установленное значение. Возможно, Шай теперь сможет за себя постоять, а не просто бегать, прыгать и хилиться. Также для Шай добавили костюм в костюмерный. Костюм сборщика трав из Флорина. Выкройка берется у НПС в Флорине, там мы набиваем дружбу, либо же выполняем задание. И самое, пожалуй, непонятное, это убрали возможность дарить вещи из магазина. То есть не жемчуг, как все хотели бы, чтобы, да, им дарили коробочки с жемчугом, а вот даже костюмы нельзя подарить. Ничего нельзя подарить. Где-то в новости об этом сказали, никак это не прокомментировали, то есть не объяснили, почему они приняли такое решение, и просто отписали, что вот, да, эта функция убрана. По теории, либо борются с людьми, которые взламывают аккаунты и жемчуг переливают, либо борются с теми, кто пользуется карточками ворованными. Короче, были разные-разные теории. Все связано с тем, что кто-то что-то нарушает и деньги переливает через какие-то аккаунты. Ну, короче, страдают, как всегда, самые простые, потому что ничем не нарушили ничего, и корейцы просто не могут никак принять другое решение. Возможно, к концу дня, либо завтра, либо послезавтра, они где-нибудь в группе ВКонтакте, либо в дополнении объяснят нам свое такое решение. Вернули возможность использовать свиточки опыт навыков и боевой опыт, которые мы получали за квесты, либо которые мы получали в обмен на итемы. На прошлой неделе их чинили, там как-то некорректно работало, из-за этого блокировали. Теперь их можно использовать. И в честь чего на почту всем абсолютно прислали компенсации. Вот, три письма, компенсация. В одном благословение на 100 минут две штучки, три свитка очков навыков и три свитка боевого навыка. Также желательно забрать их в течение этой недели, поскольку компенсации у нас теперь выдаются не на постоянку, нужно хватать, забирать, иначе отберут. Другие правки по предметам интересного я здесь не увидела. Монстры тоже ничего примечательного. Улучшено удобство осликов и повозок. Как я понимаю, пока ты едешь и нажимаешь W дополнительно, то ослик будет бежать быстрее. И они убрали отображение сбора, точнее предложение собрать что-то, если ты верхом на коне. То есть, когда ты на коне проезжаешь мимо куста либо дерева, у тебя выскакивает предложение собрать. Естественно, ты, сидя на транспорте, не можешь этого сделать, но предложение есть. И из-за этого ты не мог спешиться. Теперь же, если ты верхом на скакуне, то вот этих вот предложений по сбору тебе не приходит. Соответственно, среди поля, в кустах, ты можешь смело спешиваться, просто нажав кнопочку диалога, ну, то есть через R, а не через назад R или как оно там делается. Правки по заданиям и знаниям тоже маленькие, незначительные. Единственное, о чем я поняла речь, это когда ты выполняешь задание, чтобы апнуть 50-й уровень, теперь ты не свитком призываешь босса, а так же, как и остальных боссов, призываешь через взаимодействие с черным разломом. В пользовательском интерфейсе хочется отметить правки. В описании первого узла на карте добавили значение, ну, точнее, написали значение ограничения атаки и защиты, если ты участвуешь в битве за этот узел. То есть теперь понятно, сколько у тебя будет атаки, урезано, если вдруг ты туда пойдешь воевать. Ну и маленькие незначительные правки в интерфейсе. Исправление изменения тоже ничего примечательного. Где-то анимация, где-то экипировка, где-то автопуть. Вот огроменный список. В целом все. Пиши в комментариях свои впечатления от этого патчноута, что ты думаешь по поводу летних тайн, которые нам ввели второй раз. И заходи к нам на стримы, обсуждать патчноуты, просто общаться по игре, задавать вопросы, либо приятно провести время. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, заходи в группу ВКонтакте, в Дискорд,
Везде там есть оповещения и о стримах, и о новых видео, и что-нибудь полезное, если мы находим, тоже там дублируем. Также можно зайти на второй YouTube-канал «Просто Вульфи», где я выкладываю прохождение разных игрушек и по воскресеньям провожу стримы. До встречи на просторах игры! Пока-пока!